Федеральным законом от 18 марта 2019 введена административная ответственность за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, конституции или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Подобные действия влекут за собой административную ответственность в виде административного наказания, штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Повышенная административная ответственность применяется к тем лицам, которые повторно совершили данное правонарушение, либо ранее были привлечены к административной ответственности за аналогичные действия более двух раз. Повышенная административная ответственность предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо административного ареста до 15 суток.